кожна жінка будь-якої пори хоче бути і молодою, і красивою. Як цього досягти? Що треба робити? Ми сьогодні не тільки розкажемо, а й покажемо. Керівник Херсонського центру здоров'я і краси клубної системи «Нове життя» Тетяна Ковальчик запрошує на майстер-клас догляду за шкірою обличчя. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по косметическому уходу за кожей лица и рук. Дело в том, что когда человек рождается, ему никто не дает инструкции о том, как правильно ухаживать за собой, за своим телом и за своей кожей. Есть, конечно, законы жизни, законы Вселенной и законы природы, благодаря которым происходит естественное старение и изнашивание организма. И, к сожалению, этот процесс нельзя предотвратить, но есть правила, благодаря которым можно остановить естественный процесс старения. И сегодня я с удовольствием поделюсь этими правилами. Для того, чтобы как можно дольше сохранять свою молодость и активное долголетие, необходимо правильно уметь выбирать косметические средства по уходу за своей кожей и также заботиться о внутреннем содержании своего организма. Но мы сегодня в первую очередь поговорим о том, как сохранить свежесть и молодость. Для того, чтобы кожа более выглядела красивой и ухоженной, ее необходимо очищать. Очистку необходимо делать минимум 2 раза в день, то есть это утро и вечер. Как правильно выбирать средства для очистки кожи? Конечно же, важно, чтобы ваши очищающие средства не имели никаких химических добавок. Что хочется сказать по поводу производителя «Новая жизнь», что значит, вся косметика, которую компания производит, это все идет на основе растительного сырья. То есть это натуральные вытяжки с лекарственных трав, которые изготавливает сама компания с добавлением масел, эфирных масел растений. И для того, чтобы косметика сохранялась, добавляется не больше 5% каких-либо консервантов, которые не вредят, качество, не улучшают качество товара. Значит, мы поговорим об очистке. То есть очистка должна происходить гелями для очищения, есть пенки и очищающее молочко. Мы наносим моющее средство на кожу и тщательно очищаем ее от собравшейся пыли, грязи, пота и так далее. В домашних условиях, конечно же, каждая женщина должна помнить, что лицо ее заканчивается в области декольте. То есть мы умываем не только само личико, но и не забываем про шею и области груди. Если на коже лица находится тональный крем, там пудра, то есть какая-то дополнительная косметика, обязательно необходимо кожу протереть косметическим молочком. Косметическое молочко, оно дает возможность глубокого очищения кожи. То есть не просто поверхности, а именно открывает поры. Также наше молочко имеет в своем составе коллоидное серебро, то есть оно помимо очищающего действия еще и способствует снятию воспаления на коже, если таковое имеется. Вот все это мы, конечно же, наносим строго по массажным линиям, чтобы не было растяжений на коже. Есть у нас еще вот такой вот лосьон для снятия макияжа, который не содержит спирта, он тоже идет на травах, очень с добавлением геля алоэ вера. Также самое очень хорошо очищает кожу на клеточном уровне. То есть можем дополнительно протереть и посмотреть, насколько это качественно. После очищения кожи требуется обязательно тонизирование. Что делает наш тоник? Помимо того, что он кожу очищает, он ее увлажняет и он создает эффект бани. То есть он улучшает микроциркуляцию в тканях кожи, в результате чего подходят капиллярчики очень близко к поверхности, поры открываются, и в дальнейшем то, что мы наносим на поверхность кожи, максимально усваивается на более глубокие слои кожи. То есть таким образом косметика работает на все слои кожи, и, следовательно, кожа получает тщательный уход. То есть это и питание, и увлажнение, и очищение. Клетки кожи живут недолго. И, как правило, каждые 3-4 дня образовывается слой мертвых клеток. Снимаются эти клетки скрабами,
Значит, наши скрабы, чем они отличаются от обычных? Они не содержат в себе перемолотые косточки абрикос, персика, ну или каких-то фруктов. А в своем составе они содержат сферические гранулы жожоба и бамбука. Скраб имеет такую гелеобразную консистенцию, в результате которых он очень мягко воздействует на нашу кожу и практически ее не травмирует. Теперь мы это все снимаем. Обычной водичкой. И в дальнейшем нашей коже необходимо подпитывание. А подпитывание идет при помощи масочек. Компания разработала огромное количество масок абсолютно на разный тип кожи, в зависимости от того, у кого могут быть какие проблемы. То есть это маски есть на основе глины зеленая, красная, белая, голубая. Зеленая маска, она обладает пилинговым эффектом и глубоко очищает кожу. Красная маска – это маска, которая обладает омолаживающими свойствами и хорошо защищает кожу от обгара ультрафиолетовыми лучами. Особенно это сейчас актуально, вот когда люди поедут на моря отдыхать, то есть вот идеально маска с красной глиной. Также у нас присутствуют маски с грязи Сакского озера. Это грязь Сакского озера – это комплексный уход для всего тела, для кожи рук, для лица, для тела, для всего. То есть сама по себе эта маска – это кладезь различных микроэлементов, которые насыщают кожу всем необходимым, то есть создают ей питание. Вот. Маска с голубой глиной – это хорошее средство для снятия различных воспалений, угревой сыпи, акне. То есть маска, которая обладает еще и дополнительными лечебными свойствами. Также есть в ассортименте экспресс-маски, которые они в сухом порошочке представлены. Их необходимо развести водой. Вот. Но здесь настолько классный эффективный состав, который за короткое время дает возможность женщине привести себя в порядок. То есть создать свежесть на лице и ощущение подтянутости. То есть маска дополнительно обогащена жемчужным порошком, грибами рейши, кордицепсом, гелем алоэ вера, спирулиной вот, и так далее. То есть очень такая целебная, витаминная, питательная масочка. И крем-маски, которые тоже работают практически мгновенно, то есть нанеся на кожу, маска очень хорошо быстро усваивается, вот, и практически ну, не требует сразу же, чтобы, допустим, идти смывать, как это маски из глины или из грязи Сакского озера. Вот, я Тони сейчас сделаю масочку из красной глины. У вас кожа немножко такая смугловатая. Когда мы наносим маску, очень важно в это время не разговаривать, естественно, не смеяться, не улыбаться. То есть никаких мимических движений на лице не должно быть, поскольку маска, когда застывает, и если вы начали там, допустим, разговаривать, то она может лопнуть и усилить, наоборот, образование морщин на лице. Также необходимо ухаживать еще и за нашими ручками. Почему? Потому что кожа на руках женщины – это, в принципе, ее паспорт, то есть по которому можно определить возраст любой женщины. Можно вашу ручку? Я сейчас сделаю аналогичные процедуры, то есть я вашу ручку немножко увлажню, то есть мы ее очистим, умоем. Просто на руке это очень быстро, легко, сразу же мгновенно видно, какая разница между очищенной кожей и ну, обычной, то есть как мы ходим. То есть я увлажнила, сейчас же тут же я наношу скрабик, сделаем очищение. В скрабе помимо включения бамбука жожоба очень много различных эфирных масел, трав, которые тоже участвуют в уходовом таком режиме, то есть нанося скраб, то есть его желательно какое-то время подержать, помассажировать, чтобы он поработал и могло максимально усвоиться кожей все, что там находится полезное. Вот зеленую масочку, которая обладает
хорошим пилинговым эффектом. В домашних условиях оно занимает практически не больше 5 минут. Это делается все очень быстро. Самое главное, чтобы это было систематически. То есть во всем должна быть система. То есть если вы будете это делать хотя бы раз в неделю, конечно же, вы увидите, насколько начнет преображаться ваша кожа и ваш внешний вид. У нас огромная серия кремов по уходу за кожей рук, то есть на любой вкус. Сейчас я взяла масло кокоса. Ну, этот крем, он такой более питательный, очень хорошо впитывается и не оставляет никакой жирной пленки, то есть он очень-очень легкий. Вот. Есть серия кремов Домино, которые очень легкие, хорошо увлажняют. Новые у нас серии появились с маслом гуава, цитруса. А теперь вы можете вот так вот сравнить одну и вторую вашу ручку. Ну, как бы результат виден невооруженным глазом. Вся косметика, она работает пролонгированно. Косметика бывает очень-очень разная. Как потребителю вообще в этом разобраться? На каждом препарате есть составы. Допустим, там какие-то химические формулы, понятно, что это косметика, которая насыщена какими-то химическими компонентами. Вот. Ну, такую косметику нежелательно на себя использовать. Почему? Потому что кожа — это тот же орган, и то, что мы наносим сверху, через поры поступает впоследствии в кровь и в лимфу, таким образом отравляя наш организм. Наша компания, наш производитель дошел до такого уровня, что в нашу косметику добавляется не больше от 3-5% консервантов для того, чтобы эта косметика сохранялась. Наша косметика, она обладает пролонгирующим действием, то есть даже тогда, когда вы перестали ее использовать, то есть накапливаясь в организме, она продолжает работать и дает свой эффект. Состояние нашей кожи, конечно же, зависит от того, в каком состоянии находится наш организм, в частности желудочно-кишечный тракт. Здесь очень важно следить за своим стулом, следить за работой кишечника, поджелудочной железы, печени. Почему? Потому что если там происходят какие-то нарушения, отток желчи, камнеобразование, запоры, вздутие, естественно, все это прямым образом отражается на нашей коже лица в виде различных высыпаний, раздражений, угрей, цветом лица нездоровый, там землянистый, желтый и так далее. То есть это очень-очень-очень важно, то есть подходить комплексно к своему здоровью для того, чтобы еще и красивый был цвет лица и цвет кожи. Конечно же, необходимо витаминизировать свое меню, то есть употреблять достаточное количество витаминов, минералов, клетчатки. Для чего важна клетчатка? То есть она отвечает за чистоту нашего желудочно-кишечного тракта. Когда у нас идет вот такой вот комплексный подход, то, естественно, результаты будут однозначно, ну, видно на лице. Я сейчас буду немножко смывать масочку, а потом мы у Тони спросим, что она, как она ощущает. Глина, когда она застывает на лице, она начинает подтягивать кожу и расправлять морщинки. В косметических салонах, конечно же, аналогичные процедуры стоят недешево. В домашних условиях, конечно же, это сделать всегда проще и дешевле. И теперь после снятия маски, то есть мы опять же протираем кожу тоником для того, чтобы снять остатки воды и создать тот же эффект бани, то есть улучшить кровообращение. Ну и также кожа получает дополнительный тонус, улучшается микроциркуляция. Потом мы наносим крем под глаза. Крем под глаза, вообще крема мы наносим рабочие пальцы, это безымянный и средний. Вот, это пальцы, которые имеют слабое напряжение, то есть они не позволяют растягивать кожу. Кремы для лица тоже в зависимости от того, в какое время суток мы их наносим, то есть подразделяются на дневные и ночные. Дневной крем, он более увлажняющий, поскольку кожа в течение дня требует тщательного увлажнения. А ночные, они питательные, потому что в то время, когда мы спим, наша кожа начинает активно работать. Поэтому очень важно именно на ночь делать тщательный уход, очистку и наносить питательные крема. После очистки лица чувствуется, кожа дышит, она более такая упругая, подтянутая.
ну и чувствуется, что моложе. Вам понравилось? Да, мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Новая жизнь – это твоя жизнь.